Вернемся в Казахстан. В Павлодарской области в селе Галкино благодаря программе «Ауыл ел бесігі» заработал новый спорткомплекс и открыл двери капитально отремонтированный дом культуры. А еще здесь заасфальтировали дороги. Ербол Абишев побывал в селе. Коренной житель села Галкино Нурсултан Терикбаев с удовольствием тренирует детей. И не потому, что занятия теперь идут в новом спорткомплексе, а потому, что молодой тренер верит, что воспитает настоящих чемпионов. Конечно, раньше условий тренироваться почти не было. То в школе занимались, то в Доме культуры. Честно сказать, желания покорять пьедесталы почти не было. А сейчас все изменилось. У детей глаза загорелись, сила воли проснулась. Уже 3 группы собрали и готовимся к выезду на соревнования. Популярность секции растет, как и посещаемость в спорткомплексе, где занимаются как дети, так и взрослые. И вечером местные жители играют в волейбол, а на досуге наслаждаются музыкой. Здание ДК теперь выглядит совершенно по-другому. В нем стало теплее, светлее. В клубе обновили концертный зал. Детский добровый кружок набирает популярность, радуя местных жителей своими выступлениями. Главное, у нас есть все условия, чтобы заниматься музыкой. Приятно выступать на сцене, а учить азам музыки детей еще больше. Этим летом наконец-то привели в порядок сельскую школу. На улицах постелили асфальт, меняют телефоны, кабель, появилось уличное освещение. Программа «Ауыл ел бесігі» стала отдушиной в решении наших проблем. Всего за один год жизнь селе изменилась до неузнаваемости. Почти все соцобъекты отремонтированы, улицы приведены в порядок. Недавно в Галкино появились вот такие мусорные контейнеры. Их расставили пока на 3 улицах, и сразу же бытового мусора на населенном пункте стало намного меньше. Местные жители теперь просят установить контейнеры на всех улицах. И сами тоже уже стараются не сорить и строго следят за чистотой родного села. В Павлодарской области госпрограмма действует 4-й год. За это время удалось привести в порядок больше 200 сел и аулов. В этом году реализуется 85 проектов. Большая часть из них завершена. Ербол Абишев, Марат Игликов из Павлодарской области, Хабар 24.